Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Мастодонт. И вашему вниманию представляю очередной замечательный бой в режиме 2 на 2 на 2 на 2. Карта Рианские джунгли. Играю я тут за Космодесант. Со мной в команде также за Космодесант играет Эйс. Противники. Awaken за Космодесант, с ним в команде за Некронов Hello Friend. Следующая команда противников за сестер Халварокс и за Тао Няшка. И последняя команда противников за Эльдар Омега 64 и еще один Эльдар Агент Габена 228. Два космодесанта будут сражаться против двух Эльдара. Так как я оказался наконец-то вдали, в тылу, я иду через оружейку. Пасты 2, потом выйду в самолеты. А вот в авангарде у меня стоит Эйс. Он играет через казармы, вводит космодесантников. Портал Аспекта. Агент Габена. И в Т2 решил пойти. Ой-ой-ой. Пожадничал. А тут Омега 64 переходит в читерский фаст Т2. Хорошо, что я тоже иду в фаст Т2. Надо бежать разведчиками, захватывать вражеские точки, когда вы в авангарде. Либо вы сражаетесь у себя на базе, либо сражаетесь на базе у противника. Мне кажется, на базе у противника приятнее сражаться. Там строители можно убить. 3 строителя. 4 строителя у агента. Максимально 2 строителя могут задать максимальную скорость постройки здания. То есть, использовав 4, вы не добьетесь большего успеха. Ну что ж, давайте посмотрим, что происходит в центре. Эйс пытается забрать точку, но тут дозорные прогонят. Я тоже забираю реликтовую точку. Надо было бежать, захватывать точки. Вот тут вот. А не реликтовую точку. Тут, конечно, мой напарник ошибся. Тем более есть космодесантники, командор. Можно сразу бежать и разведчиками, и командором. Прикрываю я своих разведчиков с помощью второго отряда разведчиков. Они хотят снять точку. И начинается перестрелка. Один дозорный остался, выживший. Тянет время. Омега 64 застраивает термогенератор в центре. Его себе. Так. Тут стоят. Сражаемся только мы. Надо сюда идти. Тут я решил точку спорную забрать у пацанов. Так, Т2 перешел. Что дальше? А тут Арлекин бежит. Наконец-то задействованы мои самолеты. Вот он первый, вот он второй. Можно показаться. Эльдар очень тоже быстро могут сделать антитех в виде драконов.
Вот Омега расплатился. Сестры пришли, уничтожили. И этот Арлекин еще и бесполезен против моих самолетов. Минус один Арлекин. Увидел второго. Надо его тоже расстрелять. Термогенератор потерял. Арлекинов своих потерял. Рейнджеры тут умирают. Его союзника. Темные жнецы какие-то появились. Технопортал, оказывается, есть у Омеги. Гравитанк Сокол. Может он попытаться против моих глайдеров, но один точно не справится. Надо было расстреливать темных жнецов первым делом. Не знаю, почему я решил казарму уничтожить. Так не делайте. Сначала уничтожить пехоту, а потом уже постройки. Вот теперь одумался. Омега нас покинул. Да, очень странные эльдары попались, хотя этот Омега не новичок. Кто такой агент Габена, я не знаю. Это все-таки какой-нибудь секретный агент. Я в центре на всякий случай турель поставил, вдруг там невидимки у Тау будут. В центре они стояли, я наблюдал за этим тоже. Алварокс. Тут Тау, да? А где у них войска? Они все просто тупо течатся. Можно было в Т3 переходить, ресурсов было много. Не знаю, чем я занимался. Некрон все еще в Т2. Будет чечиться. У сестры селестянок тоже маловато. А он напал на меня в центре, няшка. Прогоняем по-царски из центра все вражеские войска. Тут еще один монолит у Некрона. Переход в Т3, священные покои, казармы ставлю.
Тут шпион ко мне бежит. Этот космодесантник непростой парень. Пополняется. Куда он бежит? Точки тут я забираю, застраиваю. Две плюс точки мне. Остальное все. А нет. Оставил. Молодец. О, тут атака была. Все турели некроновские были снесены. Монолит сейчас потеряет. И свежаки от некрона. Но это, по-моему, делу не поможет. Ой, уничтожитель тоже быстро будет убит. Да. БТРы едут от сестры. Ой, серым пан прям так поднадавали. Эти космодесантники тоже должны убегать. Уничтожитель опять помрет. Ой, столько ресурсов потрачено. Снова титан свежаков. Вот так вот по одному кидать их вообще не вариант. Тут я черепок закинул космодесанту. И сюда я черепок закинул Тауситу. У Некрона только турели. Странный черепок. Против селестянок можно сделать НВшек прокачанных. Монолит живет у него. Ремонтирует. I command in the name of the Emperor. Терминаторы готовы. Отлично. Я начал течиться. Лендрайдер вот-вот выйдет. Сестры тоже остановились. Не знаю, надо было давить дальше. Тут монолит остался чуть-чуть. На что надеется Некрон? Бессмертных делает. Против ПТР. Против вот этого вот БТР делает два бессмертных. Против остальных он что будет делать? У космодесант есть у него антипех. И один космодесантник с ракетной установкой. Как раз против этого БТР. Каких-то врывов в базу, в тыл нету. Все нормально. Мой ленд едет.
наращивает свою армию Тау. Но мне кажется, очень мало воинов огня. И тут, наверное, надо было еще использовать Барракут. Вихря поставить вот сюда и работать по этой пехоте. Точно будет залетать. Да, смотрю, скучно. Это они воюют между собой. Мой напарник начал уже нервничать. А что, они тоже стоят? Поехал он своими космодесантниками. Неплохой такой орбитальный удар по местности. Там сочно залетело. Как раз они там стояли в этой куче все. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще. Ага, есть попадание. О, еще попали. Здорово. Собаки напали. Лэнд их встречает. Подъехал я на своем ленде терминаторами, подключил самолеты. Командоры надо посадить в ленд срочно. Я кинул орбитальный удар. Мой тоже хорош. Давай еще. Канониса туда отлетела. Неплохо мы их так побили. Дали возможность той команде собраться. Он терминатор сделал. Космодесантник, космический волк. Монолит. Т3 вышел. Энергетический контур. И сейчас подымет монолит. Не хватает лимита. Мы тоже не хотели встревать против четверых, прям вообще не было желания. Сейчас, если пойдем на кого-то, эта команда начнет нас атаковать. Мы хотели, чтобы они между собой решили все вопросы, потом решили с нами. Так, ну все-таки мы решились напасть. Раз та команда была уже нами побита, и в принципе мы поняли, как они играют, надо было избавляться от другой команды. Тут у него 5 глайдеров было. Я этого не ожидал. Сбрасываю я терминаторов штурмовых. Замедляю вражеских терминаторов, начинаю бить. Он тоже скидывает своих дредноутов. Мой союзник скидывает своих дредноутов. Глайдеры должны бить по дредноуту. Он делает еще дредноут. Хотим сломать главку. Главка была сломана. Втягивает космодесантник все свои силы назад на базу. Я пытаюсь отступить своими терминаторами. У меня еще вихрь на базе был.
космодесантники с ракетными установками против вот лайдеров. Не снимай точку, я пишу своему союзнику. Пусть у космодесанта остается. Иначе... А, ленд он не заказал. Как раз он не сможет сделать ленд, а иначе придет Некрон, заберет и сделает монолит. Я об этом написал ему. И предложил добить этого космодесанта. Лорд куда-то убегает. Да, Некрон не может свой монолит поднять. Зачем тогда течился? Очень много вопросов. Керри как-то не очень залетели. Керри пошли вперед. И дредноуты продолжают нападать. Врубаю обилку неуязвимости, подхожу поближе, чтобы зацепить ауру еще и моих серых. В ответ свежаки от Некрона. Тут в толпу еще дредноута скинул. Классно так он. Тут неправильно прыгнул, серые могли сразу меня повязать, моих терминаторов. Очень опасно это было, но... Видимо, с контролем у космического волка плохо. Потому что серые стоят, там помирают просто так. Тут еще и атака была. Космодесантники, штурмовые терминаторы, дредноуты. Вот этот вот терминатор вязал моих стрелков. Пришлось из-за него убегать. Разорвал его терминаторов вместе с Бидлярием. Союзник пошел дальше зачем-то. Тут Тау и сестра прям раскачались на все бабки. Зоопарк целый упал. Рискауйон играет. У меня тут череповок еще висит у него на базе. Терминатор возвращаю на базу.
Сестра на базе осталась, а он пошел вперед. Разведать обстановку, что происходит. Некрон, куча турелей. Да, Некрон вообще ничего не сделал за игру. Тау классная раса, расстреливать, убивать на расстоянии, и животные у них тоже монстры, нормальные такие, рутексы. Но раса очень медленная, на больших картах за них тяжело играть. Дредноутов я своих отправил вперед, которые ломали базу космического волка. Орбитальный удар никак не может кинуть командор. Надо отойти и вот сюда кинуть. И у меня высаживается десант. На базу Тау. Сестра пытается побежать назад, наверное, отдефать. А Тау завязан в бою в центре. Лэнд мой вступает в битву. Терминаторы высаживаются. Убийца. Сестра бежит, да, хочет отдефать базу Тау. У Тау всего лишь одна главка была все это время. Или была там. Накинул вторую. Куда стреляют терминаторы? По дедушке, а по эфирилу. Да. Тау расстроился, наверное. Только пошел воевать, а ему базу снесли. Так, с этого края начал атаку мой союзник. Кровавый ворон. Я его тоже поддержал своими отрядами космодесантников, с ракетными установками, еще и дредноуты подкидываю. Тут у сестры машина наказания была. А серых тоже сюда высадил, потому что тут все уже, я закончил. О, красивый орбитальный удар. Заметили, в этой игре мы просто десантируемся и сносим кому-то базу. Вот этого снесли так. Этот сам сливался уже. Пау также снесли. И пытаемся сделать такое же на базе у сестры. Хороший орбитальный удар. Прям по всем вражеским войскам. Есть попадание. Ой-ой-ой. Курица большая, ее сложно убить. Рутуксы, собаки вяжут моих космодесантников, не дают нормально стрелять. Первым тоже очень больно.
Надо было пораньше подводить вот этих. Видите, я тоже совершаю очень много ошибок. Ну, мы хотя бы справились с вражеской пехотой. Остались тут монстры. Их долго убивать. Тут я уничтожил артиллерию сестры. Вот такой вот бой. Давайте посмотрим счет. В армии я набрал 2500 ровно. 228 убито. Потеряно 66. Уничтожено построек 40. Потеряно 2. По ресурсам самый богатый тоже я. И самый технологичный тоже я. На этом все, ребята. Всем спасибо, услышимся, не болейте, пока.